17 ноября Департамент по молодежной политике совместно с первичной профсоюзной организацией студентов КФУ организовали и провели 9-ю отчетную конференцию правкома студентов, находящиеся на страже прав обучающихся. В этом году мероприятие приурочено к 30-летию со дня основания организации. В качестве почетных гостей приняли участие представители администрации КФУ, лидеры студенческих общественных организаций федеральных университетов России и вузов Приволжского федерального округа. Участники поделились мыслями о том, что администрации студенты университета должны выстраивать доверительные партнерские отношения. Совместная работа должна быть направлена на благо студенчества и в целом коллектива университета. Лидеры студенческого самоуправления смогли задать гостям интересующие их вопросы и обсудить перспективные предложения. Адель Шамилова, Андрей Багудинов, Универньюз.